Привет всем! Сегодня у нас 27 августа. Нужно собирать огурчики. Вот такие вот огурцы выросли в теплице. Целую неделю стоит жарище. По 30-35 градусов. В общем, очень жарко. Огурчики, конечно, подсыхают. Листочки вянут. Ну, такой вот хорошенький урожай вырос. Нужно будет собрать и на заготовке, которые пониже срывали на еду, так очень вкусные, молоденькие. Здесь растут те огурцы, которые еще садили в апреле, поэтому они, конечно, уже не так активно плодоносят, но все равно такие вот огурчики есть. Пройдем дальше в теплицу. Помидорки поспевают, такие вот висят кисти. Томаты Евпатор. Здесь тоже вот такие красненькие. В общем, томат это довольно урожайный. Вот везде есть помидорки. И внизу тоже вот начинают спеть. Следующий томат. Здесь это все Евпатор. Вот видите, он очень такой растущий. Здесь томат Чудо Земли поспевает. Здесь у нас любимый праздник. Много уже собрали, поэтому остатки вот что осталось. Но здесь они еще не спелые. Здесь томат Шоколадное Чудо. Такой вот томатик. Тоже Шоколадное Чудо. Малахитовая Шкатулка. Здесь, кстати, они уже начали вот поспевать. Такие они приобретают. Ух ты, мне как-то надо так. Приобретают они такую вот мягкость. Еще пока не полностью поспели, но скоро должны быть очень вкусными. Чириков, как всегда, очень много. Вот тут просто вот все усыпано черри томатами. Выше и выше. Все в черри томатах. Там кисточка такая. Ну и наверху, несмотря на жару, тоже томаты завязываются не так хорошо, но очень жарко, поэтому в теплице просто пекло. Нормально. Без томатов не останемся, это самое главное. Ну, огурчики, кстати, вот с этой стороны прям такие вот симпатичные, несмотря на вот такую жару. Такая вот ботва у них, листва. Даже удивительно. Такую жару они переносят. Здесь у нас огурец в основном... Ой, как же называется? Кураж. Кураж. Огурец кураж. Вот. Конечно, он не так. При такой вот загущенности. Много их в одном вот этом узле завязывается. Там на упаковке, наверное, написано по 4-5, даже по 6, наверное, огурчиков. Ну, конечно, когда густо растут, они не так не завязываются. Ну и перчик. Перчик, как всегда, толстый барон. Такие вот перцы крупненькие, хорошие. И такой вот перец. Здесь белое золото уже посрывали. Здесь перец мавр. Так, кстати, уже начала краснеть перчинка. Здесь опять толстый барон. Такие вот перцы. Крупненькие, хорошие. Отличный сорт. Здесь уже завалился тоже крупненький вот такой перчик. Вот он весь такой вот. Нормальный. И вот здесь одна перчина. Это у нас воловье ухо. Пока вспомнишь. Вот самое главное, вот толстый барон. Вот такой вот. В общем... Всегда радует своим урожаем. Вот уже август, а перчики все завязываются, завязываются. Даже самые поздние. Поэтому такой вот обзор теплицы. На конец августа. Томаты были, конечно, в лучшем состоянии, но из-за вот этой недельной жары им, конечно, прям вообще очень тяжело.
А вот Евпатор, смотрите, зелененький. Писали кто-то томат, что он не очень вкусный. Но, знаете, ну, я не скажу, что он прям вот невкусный. Он нормальный томат. Такой вот, конечно, это не как, например, чудо земли, они прям сахарные такие. Их разламываешь, и прям такой, как будто такой, такая сахаристость именно мякоти. Здесь такого нет. Они, во-первых, не лопаются, не трескаются, даже при избыточной влажности у них кожура поплотнее. Ну, просто это другой томат. Но зато он супер урожайный, и для салатов, для какой-то готовки томат очень хорошо подходит. А для того, чтобы покушать, конечно, ну, те, кто прям знатоки такие томатных вот этих вкусов, конечно, лучше вот, например, чудо земли или малахитовая шкатулка. А для готовки вполне себе хороший томат. Да и вот просто поесть тоже. То есть вкус нормальный, такой вот томатный, приятный. Ничего плохого в нем нет. Урожайный и отличный. Вот такое вот небольшое количество огурчиков. Собрали самые крупные, остальные помельче. Вот всегда мы их оставляем, чтобы, ну, вскоре они тоже подрастали. И всегда можно было что-то именно сорвать в тепличке. Вот такие огурчики. Вот это вот все кураж. А вот этот гладкий, это, наверное, как-то называется, интересно так. Ну, что-то чудо какое-то. А какое уже, честно говоря, не помню. То ли необыкновенное чудо. В общем, какое-то такое название. Ну, это обычный апрельский огурец. Такой вот небольшой уже в конце августа урожай. Котик отдыхает. Да, котик. Рыжик. Здесь около амаранта. Такой вот амарантик. Длинные-длинные такие вот у него косы. Ну а всем тем, кому видео понравилось, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями и заходите почаще в гости. Всем пока-пока и всего самого-самого доброго.